Сегодня в самой России в почти 100 городах состоялись протесты против коррупции. Больше всего собралось народу в Москве, около 10 тысяч человек. Полиция и спецназ задержали сотни активистов, в том числе и организатора акции Алексея Навального, а заодно и всех сотрудников из его офиса. Поводом для протестов стало расследование фонда Навального под названием «Тайная империя Дмитрия Медведева».